Ну, наверняка помог бы, да, по качеству игры прям. Спаялся, видимо, от каких-то болезненных ощущений. Он и дерби пропустил. Вообще, он не мог. Скидка на Чалханоглу. Чалханоглу технично играет. Саншиш. К следующему матчу. Матчу чемпионата Франции. Кристоф Галтье. Бенас опять с мячом. Технично. В качестве звезды мы видим, в чем здесь задумка этого сдвоенного фланга. Тело. Анти. Защитник Габриэл перешел. Милан так вот не умеет продавать. А он только покупает. Бенас. Шенджу. Рами. В атаке. Жервиньо, который, кстати, сейчас в Италии как раз играет. На, играя в Лиге Европы, Хауге совсем недавно Милану забил и... Борьбу выиграл, кстати, для Бенасер. Еще один на один. Это все Дэвид. Причем он сам заявлял, что... 26 матчей, 8 голов. Приличный результат. И как раз-таки было сравнить с Доннарумой, который в этом плане хорош. Правда, с пенальти-то Джиджи и пропустил первый мяч. Так можно и на всякие рекордные показатели. Какое-то чудо может свершиться. Ибра, конечно, влияет. Вот, например, в... С другой стороны, конечно, в ответном матче. Вот там уже уязвленный.